За последние 7 лет зарядка со звездой в Чебоксарах стала уже традиционной. В этом году звездное имя держали в секрете до последнего. В роли звезды в этом году выступил известный и популярный артист российского кино, сыгравший солдата Ивана Чонкина. К тому же наш земляк, обожающий свою малую родину, да и просто приятный собеседник Анатолий Гущин. Каждый раз, когда я приезжаю в город, он преображается. Я сам снова чебоксарский, но когда в Чебоксары я приезжаю, становится все краше, лучше. Люди были всегда приветливыми, были всегда добрыми, отзывчивыми. Я всегда... С радостью говорю о том, что я из Чувашии. Растяжки, прыжки и спортивно-танцевальные упражнения делали не только на Красной площади, но и далеко за ее пределами. Звезду кино на сцене поддержало целое созвездие спортсменов, в том числе чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр в спортивной ходьбе Олимпиада Иванова, заслуженный мастер спорта России, президент Федерации фитнес-аэробики Чувашии Оксана Вербина, заслуженный мастер спорта России по кикбоксингу, победитель первого международного турнира по профессиональному боксу, президент Ассоциации кикбоксинга Чувашской Республики Алексей Соколов. Вместе с горожанами всех возрастов зарядку с удовольствием делали и представители органов власти республики, а также руководители организации предприятий. Словом, все, кто неравнодушен к спорту. Мы пришли на зарядку, чтобы приобщить своего ребенка к здоровому образу жизни, и чтобы она всегда знала, что это полезно, интересно и очень весело. Родион Архипов, Александр Петров, Республика.